Дорогой, сегодня же Черная пятница. Давай так на Новый год что-нибудь себе уже прикупим. Угу. Между прочим, у нас пылесос, мне уже там же уже отвалилось. Ну давай, там нужен же пылесос. Угу. Ну что значит там? Угу. Угу. Смотри, я вот хочу вот такой, вот чтобы он стоял. Мне уже надоели такие простые пылесосы. Угу. А еще есть электровеник. Давай электровеник еще посмотрим. Давай. Оно нам точно надо? Нам нужен электровеник, прям. Он даже может, он вот я смотрела там, он даже интереснее, чем пылесосы. Угу. Ой, а смотри, электрошашлычница, классная штука. Ну и зачем она? Ну зачем нужно? Значит, так прикольно зимой дома сделать шашлычок. Отпариватель. Знаешь, какая классная штука отпариватель. Очень нужно, очень, вот все очень нужно. Валяться же будет потом. Самовар, смотри, какой классный самовар, вообще классный. Угу. Так, давай на Алишку. Ой, смотри, какие классные наклеечки. Нам наклеечки нужны же, нам нужны наклеечки. О, смотри, штука, чтобы лук резать, вот это да. Ой, яичница в виде черепа, совы и все. Ой, он на тебя похож, реально. Слушай. Он на тебя похож, я хочу эту штуку. А вот это вот, знаешь, как прикольно, вот так вот на лимон одеваешь, как разбрызгиватель. Вообще это нужная штука, что там 60 рублей? Валяться же будет потом. Ну что значит валяться будет? Не будет оно все это валяться, оно все нужное. Это вот ненужное, ладно, ненужное. А вот это нужное. Видишь, как арбуз резать, это же вообще нужная вещь, обязательно нужная. Угу. Ну что ты все агу-дагу? Мальчик говорит, не агу, а да. Слышал, что ребенок говорит? Мальчики говорят «да». Намекала. Интересно, он понял, что я на Новый год хочу сковородки? Ой, как трудно намекать.